Красивым праздником отметили День деревни Богослова. На сцене разворачивались театрализованные представления, звучали песни и стихи. Жителей деревни Богослова с днем поселения поздравил начальник управления по развитию территории Фрянова, Угоднева, Трубино и Гребнева администрации городского округа Щелково Илья Яковлев. С праздником, с днем деревни Богослова! Сегодня курсом президента и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева ведутся масштабные работы по капитальному ремонту образовательных учреждений, здравоохранения, строятся дороги, предоставляют земельные участки врачам, ведется модернизация детских игровых площадок, строятся тропы. У деревни Богослова богатая история. Первый раз название села упоминается в писцовых книгах Московского уезда, датированных концом XVI века. Оно связано с именем существовавшей тогда церкви Иоанна Богослова. Через село и мост над протекавшей рядом рекой Лошуткой проходил оживленный Хомутовский тракт. На празднике тех, кто своим трудом вносит вклад в развитие деревни, администрация отметила благодарственными письмами. О прошлом и настоящем своей малой родины на праздничном представлении рассказали в песнях и стихах. На площадке перед сценой гости пели и танцевали, для детей устроили шоу мыльных пузырей. В концерте выступили творческие коллективы и солисты домов культуры городского округа.